Наподобие перископа, помнишь? Когда перископ был, это же давно. Да. 295 зрителей. Привет. Speak English. No. Я могу говорить на английском, но типа лучше на русском. Логично, логично. А, да вообще пофиг, типа. Я знаю то, что в Перископе, ну, 30 зрителей, это типа самый такой нормальный. А еще говорят, что в первые 10 минут заходят проверяющие, типа, и смотрят, если нет 18, то блокируют аккаунт. Фирма. Надо бы рожки сварить вообще. Сейчас. Можешь пока чат прочитать, если вдруг там что-то интересное будет. Я хотела бы сварить рожки сварить. Господи. Да, отлично, у нас все. Сейчас будем рожки варить. Это кукинг. Вчера дома сижу, мама приходит с работы, она говорит, пляши. Я такая, что, 10 тысяч? И она такая, да, я такая, быстро мне на карту вывески. Окей, я тебя поняла, трансляцию закончу, зайду посмотрю. Не люблю, когда мне по 250 раз одно и то же пишут, либо говорят. Надоедает. Как у меня сегодня пацан какой-то, знаешь, в ВК есть приложение, типа, кто поблизости, 100 метров. Меня нашел какой-то пацан, только говорит, типа, пойдем гулять. Я такая, скинь свою фотку. Он кидает свою фотку, я такая... Вот, и он такой, что-то в 6 сможешь? Я такая, нет, я с подругой буду. Он такой, ну ладно, я работаю в Броском, в Котофее. Я посмотрела, Котофей — это детский магазин. На четвертом и на третьем этаже. Слушай, я сейчас его блокну, он меня задолбал уже. Я все хочу себе форсы мужские, синие. 40-й размер. Форсы или Джорданы? Форсы. Синие. Ну, у них они белые, синий знак и синяя подошва, и внутри они синие. Такие же есть красные, фиолетовые. Я зашла на сайт, есть 1/40 размер. Был на вчерашний момент, не знаю, как сегодня. У тебя 40-й размер? 39-40. Сейчас у меня пума 40,5, потому что они мало мерят. Офигеть. Я, у которой 37-38. Я смотрела подростковые Джорданы. Размер заканчивается на 39-м, и его нет, я такая. Вова брал себе подростковые, у него 38-й, я их носила. Покажи подругу, но он не хочет. Всем здрасте. Какая я милая, господи. Некоторые обещают золотые горы, на самом деле нищеброды. Ну, все возможно. Зачем ты мне скинул свой номер? Типа, ты думаешь, что, я тебе буду звонить либо писать? Я? Ну, я... окей, скажу так, что я оттуда... Блин,
У меня мысли сбились с толку. Короче, какой город на 5000-й купюре изображен? Сейчас я сразу таки так. Где пятерка? И то многие, кстати, не знаю. Большая часть. Послушай мой совет, мой мальчик, МП3. Короче, сегодня гори в аду. Приходил чувак оплатить за... Пишут, что мы вчерашние школьницы. Ну, мы закончили школу, но не вчерашние, позавчерашние. Так уж и быть. Я уже как 3 года не закончила. А, точно, это ж я до 11 не осталась. Все, у меня бывший поступил в тех. Это который... Чего ему 15 лет? О-о-о! Он мне знаешь, что пишет? Чем? Будешь меня кормить. Из-за того, что я повар-кондитер. Я такая, еле, блядь, на третий курс. А он на кого тогда поступил? Юрист. Ого, и у вас что, в техе несколько специальностей? Повар-кондитер, технолога убрали, бухгалтер, товаровед-эксперт и юрист. Аня, очень тебя люблю. Не знаю, какую Аню ты любишь, но среди нас тут Ани нет. Может, ты слышала, что... На ХЗ, Арина ее зовут. Пойдешь ведущий, какой... Медленно, медленно, очень медленно уходит. Я такая, молодой человек. Он такой, что? Такой, что? Я такая, вы сумку забыли? Ой, спасибо большое. Такая, иди уже. Тася. Да, Тася, но Тася это... Да, блин, меня бесит то, что она смахивается наверх. А, но меня зовут Настя. Тася это, по-моему, сокращенное. Да, можно Стася, можно Настя, можно Тася. Плюс ЗП в месяц. У меня одно сокращение, это Аря. Ты мне скажи, куда ведущая, а потом я уже буду говорить с... Привет, привет. Куда? Сюда, в Бегалаев. Да я сейчас... Куда же еще? Поле. Типа я тут... Ну ты ж смотри, сидишь в приложении, значит, куда идешь? В Бегалаев. Наш любимый Бегалаев. Я не знаю, раз это моя первая трансляция, не знаю, сколько... Я понял. Ты, кстати, подпишись на меня, Настя. А, да, знала бы я еще, где эта кнопочка. А, смотри, я вот тебе пишу, вот нажимаешь на мой ник. Ага. Видишь, 53 уровень, видишь? Да, вижу, нашла, подписалась. Вот, там крестик. Короче, ты официальный ведущий, то есть тебе надо будет простримить в этом месяце 30 часов, грубо говоря, ну, за все время, и заработать 5000 подарков от зрителей, пользователей, от тех хороших, да, от тех хороших людей, которые любят, ну, подарить подарки, сделать, ну, приятно девчонке там. Подарков. Подарки вон, смотри, видишь, у тебя сверху делает Тань, это Настя, ну, типа имя твое, ник, и там бабы, у тебя их сейчас 102. Когда у тебя там наберется 5000, то есть это уже, значит, ты сделала свой план. Ну, и чем больше, ну, чем больше ты их набираешь, тем, соответственно, больше зарплата. То есть там есть 5, 10, 30, 50, 80, ну, то есть по нарастающей, понимаешь? Поняла. Ну, это тебе скину все, это ЗП-шку там все, вот, правила все скину. Окей. Вот, я тебя добавлю в семью, но при этом, смотри, надо еще кастинг записать. Что такое кастинг? Это я тебе пишу, не говорю, а пишу. Привет, ты говоришь. Привет, меня зовут Настя, мне там 18 лет, хочу стать ведущей у агента Николая. Угу. Запомнила? Да. Сейчас. И все, а потом, да, а потом я тебе добавлю в группу, скину тебе, ну, WhatsApp, добавлю тебя в группе в WhatsApp, также к девчонкам, там, к нашим ведущим. А в чем суть вообще? Суть того, что ты зарабатываешь деньги. То есть я просто на любые темы, которые я хочу рассказать. Абсолютно верно. Даже, ну, то есть, естественно, там без запрещенных, там ничего такого, чтобы не было, чтобы тебя не заблокировали, там не пить, не курить, там, соответственно, там не махать пистолетами, ножами. Ну, то есть, да. А так, да, обычное общение. Сейчас, подожди секунду. Ай моментес. Ай моментес. Я не могу найти ручку. Арин, запиши в телефон. А что ты хочешь записать, Настя? Приветствие. А, так-то смотри, там все просто. Я тебе пишу привет, а ты просто говоришь. Привет, меня зовут Настя, мне 18 лет, хочу работать ведущей у агента Николая. Ну вот я могу забыть имя твое. Мое имя Николай, его никогда не... Слышала песню? Николай, Николай, Коля. Вообще... Это так тебе, чтобы ты не забывала. Потом кину тебе приглашение, это самое, Настя, там примешь тогда. Ну, в семье у нас, семья Альфа. Ну, у нас там девчонки все, кстати, хорошие, такие дружные.
Хорошо. Мы Аришка, это кто? Аришка, это подруга твоя, Арина, да? Да. О, мы Аришка. У меня, кстати, вот девушка есть, Надя. Вот у меня даже на аватарке там я люблю Надя. Тра-та-та-та. А у нее дочка тоже Ариша. Ну, ей 26 лет. У нее дочь Аришка. Ты что, бумажку ищешь, Настя? Нет, я варю рожки. Рожки да ножки. Это что за копытца на ночь были? Я не знаю, я просто не понимаю, что это за такой завтрак у тебя. Это не завтрак, это обед. У нас время уже дня. Ни хрена, это вы откуда так? С Дальнего Востока. А, нифига, у меня с Благовещенска много было девчонок раньше. Да. А что такое вкусное? Это что за блюдо? Как оно называется? Есть у него имя, у этого блюдица? Где моя оплата за рекламу? Ты